Добрый день. Меня зовут Наталья Лучева. Последние несколько лет живу я в городе Руси, Болгарии. Стоит город на берегу международной реки Дунай, а я его скромный житель. Вот уже несколько месяцев являюсь участником международной системы финансовой взаимопомощи Worldline International. В проект я попала абсолютно случайно и не скрою, именно в поисках альтернативного заработка. Просто в одной из социальных сетей мне попался видеоролик презентации Worldline. Честно скажу, думала я не больше часа. Привлекли меня две вещи. То, что не нужно ничего покупать и продавать, и то, что во всех действиях участников присутствует благотворительность. Ведь с октября 2012 года основным объектом благотворительности компании является фонд помощи детям всем миром. А сама я мать трех детей. Тогда я поняла, что хочу и могу этим заниматься. Подумайте сами. Каждый человек на Земле хочет стать счастливым и успешным. А вот как этого достичь? Проект Goldline предлагает каждому участнику практически начать свое дело с минимальным вложением средств. Всего $75. Ясно объясняя при этом, куда уходит каждый доллар. Совсем немного нужно для того, чтобы все получилось так, как вам хочется. Чуть терпения, веры в добро и побольше усердия. И результаты не заставят себя долго ждать. В нашем распоряжении отлично работающий интернет-сайт компании. Каждый желающий может в любое время найти для себя необходимую информацию. Кроме того, вы всегда можете рассчитывать на помощь команды, обращаясь к своему информационному спонсору. Всем своим друзьям, знакомым и незнакомым, я конкретно и ясно рассказываю о целях проекта, о том, как работает система, почему я здесь и что будет, когда нас станет, скажем, миллиард. Друзья, просто не ленитесь. Будьте любознательными и дерзкими, и удача обязательно придет к вам. Здесь нет места сомнению, ведь добро, которое вы совершаете и распространяете, привлекая все больше единомышленников, многократно вам возвращается. Присоединяйтесь к нам, и вы тоже станете любимцами фортуны.